Туве завершено расследование дела о хищении группой лиц в особо крупном размере. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего социального педагога Дерзы Коксынского психоневрологического интерната с детским отделением, бывшего директора указанного социального учреждения, а также его супруги и дочери. Напомним, что обвиняемый был назначен на должность директора Дерзы Коксынского психоневрологического интерната с детским отделением с 10 марта 2010 года. Используя служебное положение и предоставленные полномочия, мужчина уговорил подчиненную социального педагога учреждения к краже денег подопечных интерната, которая из-за боязни лишиться работы систематически в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года снимала со счетов подопечных интерната деньги и передавала их бывшему директору, который присваивал их себе, распоряжался по собственному усмотрению. За указанный период времени обвиняемый присвоил себе около 3,5 миллиона рублей. Кроме того, по версии следствия, обвиняемый с целью систематического хищения бюджетных средств, выделяемых Министерством труда и социальной политики Республики Тыва на нужды возглавляемого им учреждения, с помощью супруги оформили документы индивидуального предпринимателя на подставное лицо. При этом полномочиями по распоряжению счетами по доверенности была наделена дочь обвиняемого. После указанного в период с февраля 2015 года по май 2017 года обвиняемый и его дочь путем обмана заключают договора и государственные контракты поставок и оказания услуг для нужд учреждения с указанным индивидуальным предпринимателем, действуя группой лиц по предварительному сговору, безвозмездно обратили в свою пользу свыше 9 миллионов рублей, причинив тем самым Министерству труда и социальной политики Республики материальный ущерб в особо крупном размере. Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. Следствием собрана достаточно доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.